Трансформатор доставили в деревню, но возникает непредвиденная ситуация. Парень выбежал из медпункта и спросил нас, можем ли мы помочь женщине и ребенку. Молодая женщина только что родила ребенка. У нее сильное кровотечение. До ближайшей больницы 5 дней пути. Такой переход не выдержит ни мать, ни ребенок. Она задыхается. Матрас есть? Ей очень тяжело дышать. Она была очень тихой, бледной, совсем не двигалась. И я решил срочно лететь в Катманду. Времени было слишком мало. Кровотечение было таким сильным, что ей поставили капельницу. Нам нужно было как-то закрепить капельницу, чтобы женщина постоянно лежала под ней. В разных обстоятельствах надо уметь принимать быстрые решения. Какие-то проблемы разрешать нужно мгновенно. Пилоты быстро превращают вертолет из промышленного подъемника в скорую помощь. Молодой матери нужно переливание крови и медицинская помощь. Ее жизнь находится в руках пилота. Сиддартха и Энди стараются устроить девушку как можно более удобно. Иногда приходится нарушать правила, чтобы спасти чью-то жизнь. Она закрывает глаза. Пульс слабеет. Женщина потеряла много сил. Надеюсь, мы успеем добраться до Катманду. До города 20 минут пути. Чтобы доставить мать и ребенка в больницу, пилоты летят на максимальной скорости в 225 километров в час. Кровотечение сильное. Хорошо, что мы оказались в деревне. Пусть мы не врачи, но всегда стараемся помочь. Но иногда от нас мало что зависит. Через 20 минут они приземляются в Катманду. Обычная девушка, которая родила ребенка. Ей просто не повезло. Осторожно, осторожно. С нами может поехать полицейский. Садитесь. Девушку везут в больницу на срочную операцию. Люди умирают в горах постоянно. Для нас это часть жизни, часть работы. Это печально, но с этим приходится мириться.